Наша программа пристально следит за судьбой жителя Новгородской области Кирилла Максименко. Напомню, молодой человек, инвалид, у которого нет правой руки, говорят, что пострадал от сотрудников Новгородской госавтоинспекции. Полицейские остановили его за неправильную тонировку машины, а в итоге сломали протез, вытаскивая из автомобиля. Кирилл Максименко не стал мириться с таким обращением и отправился в суд отстаивать свои права. Репортаж Дамира Гайфульна. В областном суде Великого Новгорода рядовое заседание. Рассматривают жалобу на неправомерное вынесение штрафа. Должник должен выплатить 500 рублей. Сумма по сравнению с расходами на ведение дела кажется небольшой, будто бы несерьезной. Но для тех, кто затеял эту тяжбу, главный вопрос не денег, а принципа. Молодой человек, который оштрафован за неповиновение законному требованию полицейского, Кирилл Максименко, инвалид первой группы. Полицейские лишили его протеза, вытаскивая из авто. Уберите руки от него, четвером ломаете парня, инвалида. Вот эти кадры. Автоинспекторы прямо у здания УМВД вытаскивали молодого человека из-за руля. Им показалось, что тонировка стекол машины Кирилла сделана с нарушением. Наручники надо надеть. Кирилл, да нет, я говорю, газом. Нет, да каким не газом? Вы что, совсем? Да что? Не представляясь, особо не церемонясь, инспекторы идут к своей, только им понятной цели. У него протез сломается, он стоит 500 тысяч, вы что, совсем? Вы что, он уже сломался. Забрали мои документы, права. Сказали, а как ты вообще права получил? Может быть, ты их купил? Сказали, вот видишь эти права, ты их видел последний раз в жизни. Судя по видео, это безумие закончилось лишь с приходом отца Кирилла, который потребовал срочно вызвать сыну скорую помощь. О личностях сотрудников, которые обезвреживали опасного нарушителя, пока известно немного. Даже сегодня в суде они не появились. Областное управление МВД прислало на процесс своего представителя. Но очевидцы той спецоперации заметили особые приметы полицейских. Нам прислали фотографии, где отчетливо видно наколки, то ли роза ветров, то ли снежинка, да, которые говорят, что это было сделано либо в зоне, либо на воле, тогда при каких обстоятельствах, не знаю, кто-то, это пусть начальник их объясняет. Закон против морали, так окрестили в СМИ шокирующие кадры с Кириллом. Полицейские, может, и пытались предотвратить нарушение, но явно, что называется, переборщили с усилиями против инвалида. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов считает, что людям с ограниченными возможностями необходим свой представитель. Должен быть уполномоченный человек, который знает проблему. С земли, как говорится, не в теории рассказывает, как у нас все хорошо, а с земли знает эту проблему и не побоится на любых площадках эту проблему озвучивать и говорить, в том числе и на встрече с президентом. Не просто прячась за красивую статистику и красивые фразы, а говорит, где проблема. Что касается Кирилла Максименко, то сотрудники службы собственной безопасности регионального МВД уже начали проверку. Работают исследователи Новгородского следственного управления СК России. По мнению юристов, проверки должны принести свои результаты. С ними пострадавший сможет обратиться в суд для того, чтобы возместить ущерб и наказать обидчиков. Если будет установлена вина сотрудников полиции в неправомерном применении, будь то оружия, специальных средств или физической силы, ответственность наступает в рамках действующего законодательства, начиная от дисциплинарной ответственности –